с одиночным пикетом в защиту троих арестованных 31 октября в рамках стратегии 31. Это Андрей Пивоваров, Андрей Дмитриев и Андрей Писоцкий. Андрей Я вышел вот на пикет в поддержку Писоцкого и Дмитриева, а также Пивоварова. Вот этих людей, которые сейчас вот находятся здесь, на Захаровской, дом, не знаю какой, бывшей политической тюрьме Царской. Вот, я сам там был, 5 утра. И как там? На самом деле, там обстановка очень романтическая. Там мало что изменилось, мне кажется, с тех пор, как революция произошла. Чугунные, много очень таких тяжелых металлических предметов. Толстенные стены, метра 2-3 толщиной. Маленькие такие амбразуры под потолком. Унитаз еще чувствуется, тоже не меняли. С тех пор, как кто там тут сидел. Желябов и прочие, Троцкий там был тоже, да? На двоих из ребят завелись уголовные дела, и это грозит им переводом в СИЗО после того, как они сидят. Естественно, уголовные дела ни к чему не приведут, потому что, ну, это бред. Никакого, по 282 статье. Вот. Но в СИЗО их могут еще пару месяцев продержать спокойно, и это очень сильно бьет по человеку. Мы тут за то, чтобы привлечь к этому внимание, и мы за то, чтобы поддержать ребят морально. Почему вы сегодня здесь? Почему все остальные? Не сидеть дома, пока он сидит в камере? А? Не хочу сидеть дома, пока человек сидит в камере. Мы сюда пришли к Верховному суду для того, чтобы потребовать, чтобы суды судили по закону, а не по понятиям, и чтобы решения были законными, а не политически мотивированными. На сегодняшний день и прокуратура, и милиция, и судебная система используются как механизм сведения политических счетов, механизм давления на оппозицию. В нормальной стране это просто недопустимо. Такой вопрос, почему сейчас здесь стоите вы, а не Касьян? Пивоваров, а ты очень. Ну, дело в том, что я не различаю в данном случае, чей человек Пивоваров. Я считаю, что он наш российский гражданин и патриот, и патриот Петербурга. И, собственно, если бы у нас было побольше таких пассионарных людей, то я думаю, что проблем в стране было меньше.